На днях свой 80-летний юбилей отметил почетный ветеран Подмосковья, почетный председатель Совета ветеранов Ленинского городского округа Василий Леонтьевич Мартынчук. За свою службу и труд он удостоен множества наград, среди них почетный знак губернатора Московской области за труды и усердие, знаки главы Ленинского района, 12 государственных медалей. Долгая жизнь Василия Леонтьевича была насыщена различными событиями, к сожалению, не всегда радостными. В детстве, в годы войны, он был заключенным фашистского концлагеря. В мирное время нес офицерскую службу в первом корпусе ПВО Московского округа. Он полковник запаса. Затем работал на различных должностях в администрации Ленинского района. С 2016 по 2019 год был председателем Совета ветеранов. С Василием Леонтьевичем Мартынчуком мы познакомились в 1984 году, когда он, будучи офицером политотдела корпуса, приехал в зенитно-ракетный полк, где я служил начальником солдатского клуба. Кстати, мы с Василием Леонтьевичем заканчивали в разные годы одно военное училище – Львовское, высшее военно-политическое. Василия Леонтьевича на протяжении всей совместной работы отличали высокая порядочность, неравнодушие отношение к своим боевым товарищам, готовность в любую минуту прийти на помощь, высочайший профессионализм. В годы войны Василий Леонтьевич испытал все ужасы немецких концлагерей, не потеряв при этом стойкости и твердости духа, веры в победу над фашизмом. От всей души поздравляю Василия Леонтьевича с Днем Великой Победы и 80-летним юбилеем. Желаю здоровья, долголетия и успехов в организации ветеранского движения Ленинского городского округа и Московской области. С Днем Победы и юбилеем, дорогой Василий Леонтьевич!